Я хочу вас проинформировать, что я вижу некоторых судей Гагаузии, готовых, как Ванька-встанька, выполнить любой приказ политических партий и принимающих решения, не вписывающиеся в рамки действующего законодательства. И эти решения вызывают, по меньшей мере, у меня недоумение. Поэтому я информирую вас, что я принял решение. Сейчас это проанализирую. Я уже начну обращаться с жалобами Башкан Гагаузии и называть конкретные фамилии судей, ангажированных политическими партиями. И эти жалобы пойдут в Совет Европы, миссию ОБСЕ. Я буду информировать и посольство. Это уже безобразие, понимаете? Это уже вытирает ноги и об законодательстве Республики Молдова, и об законодательстве об автономии. Есть такие примеры. Сейчас по ним все проанализирую и подготовлю соответствующее обращение. Они должны потерять свои должности.